В 2010-2013 годах в заповеднике под названием «Мертвый лес» пропало без вести более 10 человек. В 2014 году компания молодых людей отправляется в «Мертвый лес» отметить день рождения. Чего вы от меня хотите? Эрик, выключи камеру! Гарри, что это за звук? Это плач младенца! Эмма! Эмма! Стой! Эмма, стой! Эмма! Боже мой! Я ничего не понимаю, Дэв! Вырубай камеру! Эрик! Эрик! «Мертвый лес». Фильм основан на реальных событиях. Скоро в кинотеатрах.